Сегодня в Москве глава Чувашии встретился с министром промышленности и торговли России. Денис Мантуров и Михаил Игнатьев обсудили дорожную карту социально-экономического развития республики. Сейчас правительство страны разрабатывает новые механизмы взаимоотношений с регионами. Это предполагает прямой открытый диалог с федеральным центром. Перед 10 субъектами России обозначили задачи до 2021 года. В приоритете развитие экспорта, создание индустриальных парков, создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций. Глава республики отметил, что по итогам первых 4 месяцев этого года индекс промышленного производства составил 101,8%. Инвестиционный портфель промышленных предприятий насчитывает более 70 проектов с общим бюджетом 26 миллиардов рублей. Приток прямых инвестиций стимулирует фонд развития промышленности. Предприятиям предоставляются целевые займы до 750 миллионов. Денис Мантуров отметил позитивную динамику и подтвердил готовность в дальнейшем оказывать государственную поддержку. Та совместная работа, которая у нас с вами была до этого, реализована по ряду направлений, она носила такой достаточно эффективный, конструктивный формат, и рассчитываю на то, что вы нам предложите, в том числе те направления, где требуется наша дополнительная поддержка, чтобы добавить результаты для работы региона.